Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 87-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я хочу вам показать классный виджет подсказки. Обратите внимание, вот здесь в углу на картинке и вот здесь я разместил такие пульсирующие кнопочки. Это и есть подсказки, то есть человек, когда на них, например, кликнет, ему высветится подсказка. Соответственно, цвета вот эти все настраиваются. Вот смотрите, давайте кликнем. То есть все цвета, и эти вот тоже, они все настраиваются. И здесь вы можете разместить любую подсказку, которая, например, вам требуется. Есть кнопочка «Закрыть» или можно кликнуть по самой этой кнопке круглой, и подсказка закроется. И обратите внимание, она была сначала зеленая, по клику она меняет свой цвет на серый, как бы говоря о том, что человек уже посетил данную подсказку, соответственно, эти цвета тоже настраиваются. И также можно разместить этих подсказок сколько угодно на вашей странице. Ну, давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настройки данного виджета. Из библиотеки я просто переношу виджет на свой сайт. Располагаю там, где мне нужно. Пока расположу здесь, чтобы все настроечки были видны. Давайте перейдем внутрь и рассмотрим его настроечки. И первый у нас идет настройка цвета. То есть здесь прописывается код цвета. Это цвет нашей кнопки. Вначале она у нас зеленая. Соответственно, здесь цвет меняете на свой. Как менять цвет, я уже неоднократно говорил в предыдущих уроках. Так что, если вы первый раз это видите и не знаете, как менять оттенок, код оттенка, то посмотрите мои предыдущие уроки. Я двигаюсь дальше. А следующий цвет Color. И тут плюсик, этот цвет как раз таки вот этого плюсика, который находится на самой кнопке. Здесь меняете цвет или оставляете как есть. Дальше. Infobox — это как раз тот текст, который всплывает с подсказки. Здесь title подсказки и здесь сама подсказка. То есть вы все содержимое удаляете и пишете что-то свое. Infobox позиция, то есть вот позиция всплывающей подсказки вот этого окна с текстом, где выводить. По умолчанию right справа, можно сделать ниже слева, топ наверху, button внизу. То есть внизу под нашей круглой кнопкой. Наверху, то есть это над круглой кнопкой. Лево-право, понятно где. Infobox background color, то есть заливка вот этой всплывающей подсказки, меняется здесь. Infobox close button color — это цвет на крестик, то есть который закрывает окно. Она сейчас зеленая, меняется цвет здесь. Infobox ширина, по умолчанию 250. То есть ширина всплывающей области с вашей подсказкой. Дальше title font size, то есть размер заголовка вашей подсказки меняется здесь. И сама подсказка, описание, да, размер меняется здесь. Можете управлять стрелочками вверх-вниз, чтобы сменить размер, то есть текста. И последняя настройка цвета, вот здесь, это меняется цвет после того, когда человек посетил вашу подсказку, то есть на какой цвет сменить, то есть когда человек уже там был. Цвет, соответственно, кнопки самой меняется здесь. В принципе, вот они все настройки, как использовать несколько раз, я надеюсь, вы знаете, либо из библиотеки вы перетаскиваете данный виджет еще раз на свою страницу, либо с зажатой клавишей Alt вы дублируете тот виджет, который вы уже, например, разместили, да? То есть первую кнопочку дублируете, сколько вам нужно. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое.
Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!